Всем привет! С вами снова пользователь G4 Зима. Сегодня 24 марта. Пришел очередной конверт. Не могу сказать, с какого сайта. Все будет известно, когда мы его откроем. С какого это сайта. Возможно, это моя первая посылка на сайте AliExpress. Значит, вот такой конверт. Так, что тут у нас? Ах да, это моя первая посылка с сайта AliExpress, и это нам пришел. Вот такой вот китайский ножик в виде пластиковой карты, банковской карты. Вот, ну все могли видеть вот этот ранее нож. Такой вот он рекламировался часто. Так, как тут им пользоваться, так сказать. Так, ну вот такой вот нож-трансформер. Так, значит, он вот так вот как трансформируется, так, чтобы не сломать. Так, сейчас. Как это он тут? Так. Не знаю, как им пользоваться. Не видел. Так, чтобы не сломать только. А, как-то вот так, походу. Вот так. И как-то, в общем, я не знаю, как. А, во, вот так. Вот так, вот так. И вот так, во. Во, вот такой вот нож-трансформатор. Посылку покупал на AliExpress. Моя первая посылка за 1 доллар. Там даже за 90 с чем-то центов, бесплатной доставкой. Посылочка шла ровно 17 дней. Ну, в принципе, я доволен. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки. Не ленитесь, не жадствуйте. Ставьте лайки и до новых встреч.